Добрый день, мои дорогие весы. Я рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие весы, сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 26 июня по 2 июля. Мы сейчас посмотрим, какая возможность будет перед вами открыта. Старайтесь ее замечать, не пропускать мимо. Итак, связано с женщиной какой-то, что-то у вас будет. Женщина за женщину, так же само. Кто-то у вас будет просить помощи, консультации, подсказки какой-то, да? Подскажите, расскажите, объясните, наставьте, как я говорю, на путь истинный, да? Ну, вот такая возможность перед вами будет открыта. Или так же само вы идете к этой женщине и совета спрашиваете. Задаете вопрос, спрашиваете совета, как вам быть, как поступить. То есть на этой неделе это все вам будет только в плюс. Дальше смотрим по сферам для моих дорогих весов. Что будет на этой неделе, мои дорогие весы? Итак, начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели вы получаете очень хорошее, приятное известие. Оно вас радует. Известие может быть от кого-то молодого или за детей ваших. За детей, у детей вот с этим всем крутится. Середина недели, мои дорогие весы, вы очень сильно будете переживать. У вас разбитое сердце, как кто-то вам его разбивает. Вы не ожидаете, да, но оно вас сильно огорчит. Ну, такое тоже бывает. Ну, как я говорю, держим свое сердце под контролем. То есть ситуация разбитого сердца, разочарованности в чем-то, в ком-то, в каких-то моментах. Ну, вот что-то вы не ожидаете, а оно вам вот так вот бах и все. А в конце недели вас ждет поездка. Поездка хорошая. К вам кто-то может приезжать. И еще вы в чем-то одержали победу, в чем-то, в ком-то. Но еще раз повторяю, благодаря другим людям. Вот другие люди вам в этом помогли. Да? И вы вот такой победитель, вы вот такая классная, все у вас хорошо, вас все встречают, все, как говорится, вы всем приятны. И по работе теперь смотрю, что у моих дорогих весов. По работе у вас идет взаимодействие с женщиной. Женщина за женщину каким-то образом, это женщина на этой неделе к вам входит по работе. Да, заказчица, видать, да, заказ какой-то, да, работодатель, ну, кто угодно. Ну, вот женщина как-то это все будет крутиться. По финансам для моих дорогих весов. За финансы свои вы боретесь. Вы боретесь, но вы отстоите свои денежки, мои дорогие весы. Кому-то не удастся, как говорится, отхапать ваше. Так, по здоровью для моих дорогих весов. Ноги. Мои дорогие весы, ноги, обратите, пожалуйста, на ноги, под ноги, да. Ну, здесь ноги, да, вот, вот это вот. Ноги очень, видать, у кого-то болят. Так, личная жизнь моих дорогих весов. Ну, медленно, но уверенно она у вас как бы идет. Отношения развиваются. Вам, может быть, хотелось, чтобы оно как-то побыстрее развивалось, да. А оно вот медленно, но все равно они развиваются. Кто-то еще получит какой-то подарок. Но ваш партнер, ваша партнерша обдумывают. Они не спешат вам это дарить. Вот они как-то обдумывают. Ага, надо, но ему не надо. Куплю сейчас или попозже. Ну, вот так вот. Вот. Социум для моих дорогих весов. В социуме у вас хорошо. Вы показываете свою работу, вы показываете свое мастерство, на вас смотрят. То есть, вот видите, какая возможность перед вами открыта. Идет вот женщина, да, каким-то образом у вас эта женщина, я говорю, даже это какой-то человек, который предложит вам работу, заказ какой-то даст, да, и вот социум, вы пока на вас смотрят и смотрят на вашу работу. Вот совет моим дорогим весам на этой неделе. Мои дорогие весы, полюбите себя. Кто долго себе ничего не покупал, купите, приобретите это и делайте все, чтобы для вас это было в плюс. Не для кого-то, а для вас в первую очередь. Чего не стоит делать, моим дорогим весам. Не обманывайте никого. На этой неделе никого не обманывайте, не хитрите, не берите чужое. Ну, вот так. И чем порадует моих дорогих весов эта неделя? Вашей силой, вашей мощью. И опять-таки идет женщина, да? Ну, какая-то женщина у многих весов... Это работодатель, это заказчица, это какой-то человек на этой неделе весомый для вас будет, мои дорогие весы. И одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих весов на эту неделю.
Сейчас смотрим. Одна карта. Ух ты. Ну, у вас будут перемены. Перемены хорошие. Так же самое поездка идет. Поездка прекрасная. К вам кто-то приезжает. Кто там хотел с транспортным средством что-то там как-то на этой неделе это все уже будет оговариваться, внедряться. Не надо так сильно переживать. Вот вы сильно переживаете. Тут с работой связано. Ваше мастерство, как я говорю, да. Но перемены ждут просто у вас прекрасные. Ну, и приезд. Вы к вам приезжают, вы едете, да, вот в конце недели поездка, хорошая поездка, там, где вас ждут. Так же само к вам кто-то может приехать, вы этого человека ждете. Итак, мои дорогие весы, я сделала для вас расклад на неделю, 26 июня по 2 июля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, успехов во всем. С уважением ко всем к вам, ваша Алла Таро. До свидания.